Будут. Маша, будут. Ну, ничего сегодня пока происходить не будет, будет зачитываться обвинительное исключение. Мы готовили, мы написали и будем объяснять, почему мы не согласны, почему мы не признаем вину. Да, мы говорим, будем говорить о том, что мы признаем нашу юридическую провинность, но этическая провинность, она уголовно ненаказуемая, и в этом весь смысл. Мне кажется, это самое главное, что должны понять все, в том числе и потерпевшие. Вы решили, что для нас очень важно это сказать, вот, объяснить свою этическую позицию. Все правильно.